расскажи, пожалуйста, вы, к сожалению, проиграли. Какие эмоции? Почему так получилось? Эмоции грустные, отрицательные. В принципе, считай, игра была равная, и Петри молодцы ребята. То есть моментов было у нас, и у них ворот много. Просто нам чуть меньше повезло, мы всю игру отыгрывались. Плюс-минус один мяч всегда играли. И, ну, просто невезение. Готовились ли вы как-то именно к этому сопернику, к этому матчу? Может, тактика какая-то была на этот матч? Мы с Айпетри играли, мы с них начинали наш сезон еще осенью 2015 года. И, ну, мы знали, как они играют, да, примерно знали, кто у них сильненький игрок, кто как играет. Поэтому, ну, можно сказать, да, то есть примерно представляешь, что нас ожидает. И подводя, можно сказать, итоги, как тяжело ли удалось вот дойти до такого этапа чемпионата? Конечно, мы не проиграли ни одной игры, то есть в каждую игру мы боролись, я считаю. Соперники тоже очень, ну, уже слабых соперников, во-первых, не осталось. Все 8 команд, которые вышли, да, со второй лиги, все ребята стоящие, у всех есть, скажем так, умение играть в футбол. То есть со всеми играть интересно, я думаю, будет. Спасибо большое.